Выбух газового баллона, пожар и, как выник, эвакуация 20 человек. По таким сценарию у Минску прошли масштабные учения МНС. Пляцовка для выпробования устал 13-поверховый бизнес-центр. Работников, которые остались на верхнем поверсе, ратовали с допомогой двух вертолетов. А тем часом до вышинного будинку подъехали разлики МНС и спецтехника. По большому счету, сегодня впервые в Минске, когда мы отрабатывали эвакуацию, спасение людей при помощи авиации. Как вы знаете сами, что высотное строительство у нас в Минске продолжается, и проблема спасения людей с высотных зданий, она становится очень актуальна. Мы планомерно будем отрабатывать все районы и брать такие вот уникальные какие-то здания, высотные, там, где затруднен проезд техники, где большое количество людей. Усяго в учениях задейничали 65 ратавальников и 10 одинок спецтехники. Таким чином, супрацовники МНС отпрацавали оперативную эвакуацию людей с вышинных будинков.